Привет, друзья! Это мое новое видео. И напомню, что записываю я его из Новогорска. Это спортивная олимпийская база, где мы сейчас находимся и проведем ближайший месяц. Классные новости — это то, что все свободны. И классные новости — то, что я могу наконец-то показывать вам весь наш быт, как устроен наш график, как проходят наши тренировки, где они проходят. И все-все интересные подробности. Время пришло, и я приглашаю вас с собой. Для того, чтобы пройти в волейбольный зал, нужно перейти из одного корпуса в другой. А вот наш доктор. Доброе утро. А вот наш Коля. Доброе утро. Коля — фитнес-тренер. Доктор — это доктор. По дороге в волейбольный зал можно увидеть настоящую фотогалерею наших достижений. Так что кто-то, может быть, себя узнает. Вот «Динамо Казань» здесь тоже висит. Наши золотые девочки-гандболистки. Всем большой привет, Анечка, Сень, Владлена, Бобровникова, девочек, которых я знаю. Вам отдельный привет и поцелуйчики. И наконец-то мы пришли в наш красивый большой зал. Здесь проходят все наши тренировки. Многие-многие годы. В зале у нас находится аж две площадки. Вот одна сетка, рядом со мной вторая сетка. А это значит, места хватит всем. И работу можно строить очень интересно. В зал постепенно приходит весь наш став. Вот Денис. Денис, я думаю, все помнят из «Локомотива». Мы там вместе работали. Денис в этом году чемпион России. Чем мы их поздравляем. Вот Димасик, доброе утро. Дима — наш массажист, главный из главных в Новогорске. Мне кажется, здесь нет главнее, чем Дмитрий. Есть такое дело. Есть такое дело. И очень скромный. Димась, дай, пожалуйста, пластырь. Сейчас я стою. Дима сейчас достает сюда брови. Видите, мы покажем, что у него в сумке лежит. Пластырики, шипучки. Биостимул. Дим, можно твою сумку показать? Конечно. Старенькая, но ей лет уже. Мама, не горюй. Смотрите, сколько пластыря, бинтов, заморозок. Вот еще пластыри разных видов и форм. Что-нибудь есть интересное, Дим? Да такого прям сверхъестественного ничего нет. Нет. Ну, пластыри у тебя на все случаи жизни. Да, все. Как положено. Я на тренировку! Слава! Меня выпустили! Ну, мы с Дашей тренируемся уже последние 3 дня. Когда выходной-то? Еще через 3 дня в общей сложности 6. А у меня спрашивает, когда выходной? Я только вышла. Ксюх, ты рада? Я очень рада. Вы не представляете, как я рада. Все, ты спонсор нашей тренировки сегодня. Твоя радость! Спонсор нашей тренировки сегодня. Все, запечатляем улыбочку. Каждый занят своим делом. Но даже. Десять начинаем. Поприветствую вас. И сразу там прескринируем беговые утра. Сержу хочется отказаться от того, чтобы мы здесь сидели и потом там сидели. Пресс вообще лучше не сидеть. А? Пресс — это супер. Это сейчас на камеру было сказано. Юлька, пресс — это супер. Кино смотрите, я уже рассмотрелась там. Мини-ролик. Даже мини-ролик. Этюня? Опа! Снимаю на свою камеру. У тебя какая модель? Что ты такое не видела? Что ты такое не видела? Дай мне свою линзу даже.
Да, музыка. Ай, браво. А у вас в зале показывают кино? У нас показывают. Да так я сама умею. Нет, не хочется. Ой, ой. Сюх, творост, колбаса. Сервелатик. Пальцы шевелятся, главное. Ксюх, пошевелись, а то тут, мне кажется, Сергей Александрович куда-то нажал. Давайте уже начнем, пожалуйста. Мы что, не пьем? Да я уже потянулась, мне уже вправили позвоночник. Я готова. Сейчас самое главное, все побегут, а я в конце пойду. Ну я даже этому буду счастлива, что я буду просто идти. Кажется, Ксения Александровна слишком хорошая жизнь. А я... что это? Выключили меня? Сейчас мой первый тема, это наша система игра. Я должен строить систему работы защиты. Breakpoint и работа с айдами. Зона 6, ближняя зона 1. Зона 5, 4,5. Все. Это исходное положение. Движение против зона 4 соперника, наша вторая зона. Альфа-гамма. Когда альфа-гамма? Когда у нас есть связующие. Мы альфа, почему? Потому что три ситуации. Альфа, бета, гамма. Это альфа, а, да, альфа. Бета, гамма. Все. Это три слова, которые, keywords, когда мы перерыв, давай сейчас гамма. Защита, все. И все понятно. Да, это... Сегодня утром такое мы исходное положение и движение такой системы. Упражнение. Все. Вопрос? Давай. И... Россия! Довольно? Я очень. Ты видел, как передачу выдала? Я же сама в шоке. Пожалуйста, проколите. Первая группа закончила. Вторая начинает. А мы идем в фитнес. Да. У меня есть еще один блогер. Да, только сразу в сторис. И у меня нет YouTube. Какие твои годы? Тебе до тебя расти и расти. Если бы ты уравняться. Что? Фитнес. Все, погнали в тренажер. Он мяч ждет тебя вечером. Репетировал? Все, все. Моя кисть готова, как никогда, Юрий Борисович. Все, я пошла. Ух. Удобно на сборах находиться, потому что все рядом. Закончил волейбольную тренировку, идешь в фитнес, а фитнес буквально 50, ну, может быть, 100 метров. Здесь еще балетный зал, да, Юлек? Твоя несостоявшаяся карьера. Ну хотя, кто знает. Кто знает, кто знает. Кому такая... В 6 лет. Кому такая красота достанется. Так делается контент, ребят. У каждого свой блог. Как ты, кстати, начала YouTube вести? Какой хороший вопрос. Решила, а почему бы не начать делиться такими интересными моментами в своей жизни с болельщиками,
с профессиональными спортсменами. Всем интересно, и мне кажется, никто это не показывает, поэтому решила, почему не попробовать. И какой-то прогресс уже есть. Я очень надеюсь, что аудитория моя будет расти, прибавляться, и этот мой такой мини-проект будет иметь хорошую силу и кого-нибудь вдохновлять. Тем временем мы пришли в фитнес. Посмотрите на площадь этого прекрасного зала. Он просто огромный. Сейчас Николай даст там программы. Спасибо. У каждого она своя. Моя сегодня выглядит вот так. Видите, какие-то непонятные позы тут. Которые сейчас будем пытаться повторить. Ксюш, ну ты рада? Рада, только у меня еще бумажки нету. Нет. Бумажки. Ой. Пока. Почему Ксюху обделили, я не пойму. Как грустненько. А вот и Ксения. Ксюх, ты новый актер, кто снимается в Спайдермене. Главный герой. Не сегодня. Так. Вы запомнили красную ленточку? Через месяц Танюха меня снимет, и я подтянусь. Умница моя. Давай, Ксюнечка. Подождите. Подождите. Ближе, это мотивация, Ксюх. Я сделаю до и после потом. До и после, вот. Умница. Подтянешься, давай. Ой, ну вот это уже что-то похожее. Так. Ой. Молодец. Скамейки два? Два. Два прямо, да? Вес. Три. Хорош, Ксюня. Подход разный. Слюни в разные стороны, Ксюха, все как надо. Пять. Шесть еще разочек. Умница. Блин, что-то я, походу, прощанула, что я вам сказала, что я с красной подтянусь в конце месяца. Подтянешься давай. Ой, мамочки. Пока Катя здесь работает. Юля пишет, люблю Татьянушку. Ю. Все-таки люблю. Кому ты пишет, слушай? Люблю Аркадия из 8 Г. Л. Я готова нажим. В следующей серии допишу. Остановилась на L. Устала, да? Еще
Первая группа закончила. Мы можем быть свободны. А пришли девчонки из зала, из второй группы. И Дашка уже показывает класс. Хочу заметить, какой Даша майки. Потому что тулится в сердце, да, Даша? Ну что, ты готова? Вышла из карантина. Катюха, давай! Николай, вы знаете, я первый раз вижу Дарью такой сосредоточенной. Я чувствую... Не это ли прекрасно? Оставляйся. Она даже внимания на мои слова не обращает. Так, легкая улыбочка только появляется. Зачем тебе еще раз делать? Утренняя тренировка на сегодня закончена. Время 12 часов дня, начало первого. А это значит, что через час у нас обед. Час начинается обед, и туда мы тоже пойдем вместе. А сейчас я возвращаюсь в номер для того, чтобы помыться, переодеться и чуть-чуть отдохнуть. Одна из самых приятных частей этого дня началась. Мы идем на обед. Спасибо. Здесь кушают все спортсмены. У каждого вида спорта свой стол, свои столы. Наш волейбол вот здесь. Я могу выбрать еду. Поздравляю. Ксюха радуется, потому что они вышли из карантина. А так как они сидели на карантине, им приносили еду в номер. И наконец-то она может побаловать себя. Это они не показывали, я плачу. Я чеснока наелась. Приятного аппетита. Кать, накладывай, не стесняйся. Могу ли забрать? Обед на сегодня. Капустные котлетки, салатик, овощи, зелень. Я так и знала. Юль, ты везде, на всех вообще кадрах у меня в видео. И Катюша. Девчонки остальные еще не пришли. Стол свободен. Ксюша доедает. Это только начало. А, это... Хорошо, Ксюша разминается. На самом деле в Новогорске очень хорошо кормят. Шведский стол, есть все, что душе угодно. Любите вы мясо, рыбу, овощи, не знаю, все, что угодно. Оладушка. Оладушка, который ест не Таня. Все, мне приятного аппетита. Настало время второй тренировки, но начинается она в 5 часов вечера, а я пришла к 4. В 4:15 у меня начинается работа с нашим фитнес-тренером Николаем. Я работаю над своим плечом. Коля мне в этом очень помогает. У меня есть возможность поделиться с вами некоторыми упражнениями, вдруг кому-то пригодится. А для меня это огромная работа, которая формирует фундамент для того, чтобы меня плечо не беспокоило, и я могла легко и беззаботно выполнять привычные для меня атакующие действия. Фитнес пустой. Кстати, сижу я на знаменитом огромном мече. Сейчас покажу вам его. Все, кто тренируется в Новогорске, мне кажется, у всех есть селфи с этого красавца. И я не буду исключением, теперь в моем ютубе этот мяч присутствует. Что я пошла растягиваться и буду показывать вам упражнения.
профилактику сделала, можно идти в зал, приступать к растяжке и готовиться к основной работе. Горжусь. Презентация наш генеральный директор. Менеджер. Генеральный менеджер. Да. Мы менеджер, директор, это немного разницы. Если мы. Нет. Это человек, который я с уважаем, и я хочу наш став. Потому что я думаю, она помогает российскому волейболу для женской команды. Ну, девчонки, здравствуйте еще раз. Рада наконец-то, что всех выпустили из комнат. Наверное, вы тоже уже соскучились по тренировочному процессу, по настрою, уже немножечко отдохнули. Конечно же, сборная команда – это совсем другой уровень, совсем другая дисциплина, поэтому надеюсь, что все справятся, новенькие адаптируются быстренько, старенькие уже помогут им, и, в общем, ну, старенькая Таня у нас только. Поэтому, девчонки, конечно же, год будет тяжелый, сезон тяжелый будет, но главное объединение – это наш любимый вид спорта – волейбол, наша команда и, конечно же, дисциплина, которая необходима для Серджио. И, пожалуйста, все возможности, все свои желания отдавайте. И вот главному тренеру слушайтесь, тогда у вас все будет хорошо. А я на своем уровне попробую вам всем помочь, все, что необходимо. Обращайтесь, и будем взаимоотношения выстраивать так, доверчиво, чтобы никаких ни конфликтных ситуаций, никаких ни жизненных ситуаций не было. Так что без проблем, пожалуйста. Хорошо. Придется заселяться. Россия! Любовь Владимировна. Закончили? Вы молодцы. Теперь доза. Надо дозу принять. Юрка кушает уже что-то. Стимольчик. Стимольчик. Да, Лерокс, готова? Я готова кушать. Ты готова кушать? Все, да. У нас закончилась тренировка, мы стоим просто перед главными дверьми этого здания, перед столовой, и хотим завершить это видео с моими прекрасными молодыми дарованиями Лерочкой и Полиной и сказать, чтобы подписывались на какой канал? На Таню Кожину. Ставьте лайки и колокольчик. И комментарии. Болели за сборную России. И смотрели наши игры. Верили в нас, в наш успех, в наши победы, были вместе с нами. Мы вас очень любим. Передам большой привет из Новогорска. Увидимся скоро. Где еще? Пока-пока.